Потому что нередко, знаете, пасторы, они больше всего людей на себя замыкают, чтобы он был тем, кто для них, вот этот Авессалом, через меня воспринимайте, я буду у ваших ворот находиться, и все вам все расскажу. И они находят в себе вот этих идолов, разные известные проповедники, они быстро меняются, один идол уходит, новый идол приходит и говорит, нет, тот был неправ, я теперь прав. Хотя настоящий пастор, вот все чтение Евангелия, оно убеждает меня в этом, он должен не выстраивать себя как ключ для людей. Все, что я стремлюсь делать прежде всего, учить вас этому личному восприятию. Я нередко говорю, мои проповеди тоже проверяйте. Если они не соответствуют там, вашему изучению Библии или вашему личному духовному опыту, не берите в голову, даже если это говорит ваш пастор. Потому что я, великое откровение, тоже человек. А все люди могут ошибаться. И апостолы могут ошибаться. Скажу по секрету, даже апостол Петр ошибался. И мне кажется, даже Павел, но не уверен. Да нас всю жизнь учили вот в этой системе, будь рабом системы, вот. Вот. И потом говорит, Виктор, какие ты оригинальные мысли, говоришь, вот ты умный. Да вы поймите, я не умнее вас, я не умнее вас. Вот тот секрет, который как-то вот Бог давал мне, имей личное восприятие, находись у своих ворот, понимаете? Стереотипы, да, они уводят тебя. Система со своими стандартами, да, уводят. Боль уводит тебя от этого. Порой возраст уводит точно так же. Я нередко наблюдаю, когда люди с годами все больше и больше закрываются, и их начинает интересовать все меньше и меньше. Словно вот эти вот ворота восприятия закрываются у человека. И он начинает жить прошлым. Как только ты начинаешь жить прошлым, ты умер. Пускай даже физически ты еще какое-то время существуешь. Нельзя жить прошлым. Там нет жизни вообще. Жизнь только здесь и сейчас. Библия много раз еще говорит о том, чтобы бодрствовать, потому что важно быть внимательными, вот иметь внимание, воспринимать это все. Воспринимать. Уметь наблюдать, уметь смотреть. И чем более чисто, непосредственно ты будешь это воспринимать, тем больше ты сможешь познать и пережить в своей жизни. Когда человек не имеет восприятия жизни, личного, чистого восприятия жизни, у него не может быть и духовного восприятия. Недаром. И вот последнее место, которое я сегодня прочитаю, знаменитое. Третья глава книги Откровений, 20 стих, где Господь Иисус Христос обращается, напоминаю вам, не вообще к людям, а именно к верующим. Потому что эти стихи часто читают на евангелизациях. Хотя это адресовано не людям вне веры, это именно адресовано людям в вере. «Смотри, я стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и отворит дверь, то я войду в его дом и сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со мной». Когда у тебя очищено восприятие мира, восприятие жизни, у тебя будет чисто и восприятие Бога. Потому что Иисус не врывается в жизнь, как некоторые думают, что вот мы тут такие сидим, и вдруг вау, разрываются небеса, потолок улетают, и Иисус с ангелами. Фу, пробуждение. Дождались. Он стоит и стучит.